Salam uşaqlar, bugün 9-cu sinif üçün rus dilidir və 8-ci dərsimizdə uruq 8-i Adno iş çudis Azərbaycana, yəni Azərbaycanın möcüzələrindən biridir. Mətnimiz var, lügətimiz var, gəlin lügətindən tərcümə edim. Xram agnipoklonnikov, saruženi, gdə poklonyayətsə agnyu, yəni bir sözlə ateşkəx məbədi. Malitsa, abraşatsa komunibud s malitvay, yəni ibadət etmək. Всемирное наследие, природные и культурные ценности, составляющие достояние всего человечества, берсёз для десях и мем дюния ирси, уничтожить, разрушить, мяв этмей, йох этмей, славиться, быть известным, мяшур лашмах, мяшур олмах тэмейхты. Вэ инды кеча пизим мэтнемэза. На западном побережье Каспийского моря раскинулся Абширонский полуостров Азербайджана. Хазар дәнзин гәрб сәхілінді Азербайджан Абширон ярмадасы ерләшір. Он славится своими уникальными историческими памятниками. Уникал тарихы абидалары илә мәшурдур. Одним из них является храм огнепоклонников Атешкях. Онлардан бери да Атешкях Атешпәрәсләрін мәбәдедір. Он расположен примерно в 20 километрах от Баку, в одном из древних поселений Абширона, в поселке Сураханы. Бакидан тәхминен 20 километр аралда Абширонын кәдим яшайыш мәскәнләрінен береді. Сураханы кәндіндә ерләшір. Атешкях – древнее сооружение, связанное с культом огня. Атешкях от культу илә бағлы кәдим тікілідір. Храм был построен там, где из-под земли выходил природный газ и поднимались кверху горящие факелы. Мәбәт табиғи газдың ердән шықтығы вә яна, белә дейік там, мәшәләрін юхары қақтығы ердә тікіліпті. Огонь этот считался священным, и к нему для поклонения шли люди из разных стран. Вә бу атеші мүгәддәс сайылырды вә мүхтәліп өлкәләрдән инсанлар оны ибадет етмей үчін гәлірділәр. Для них вокруг храма строились помещения. Там они могли остановиться и помолиться. Орда да, демәли, онлар үчүн мәбәдин атрафында отахлар тикилерді, орда даянып вә дуа эдә билердилер. Старый храм был уничтожен, а на его месте в 18 веке был построен новый. Чөйнәм мәбәд тағылды, вә он ерінде 18-ci әсірді енісі тикилді. Так. Давам идей. В 1998 году Атешкях был представлен в ЮНЕСКО для внесения в список объектов всемирного наследия. Мин 1998 елда Атешкях ЮНЕСКО-ның өмімді дүния ирсияқсында тахил эділмәсі үчін тәкдім эділіпті. Указом президента Азербайджана 19 декабря 2007 года Атешкях был объявлен государственным историко-архитектурным заповедником. 19 декабря 2007 тарихлы Саланжамы или Атешкях дәүләт тарих мемарлық қорығы элан эделіпті. Яне. Ага. Ондан соңра 26 апреля 2015 года в храме Атешкях состоялась церемония зажжения огня первых европейских игр. Вә 26 апреля 2015 ел тарихында Атешкях мәбәдінде бірінші Европа ойынларының мәшәліні алобландырмасы мәрәсімі олмуштур. Так, мәтін оқыдық, шуай шәкілді оланары кечірем ұшақлар, мәлімден шлейірсіңіз. Дөрдінзі тапшырға кечек. Письменно ответьте на вопросы, используя слова в скобках. Так, гелим баха. Демели, мөртәдізі олан сөздәрі дүзгін шәкілді, демели, біз, яны, суала жавап вермәлі. Гелим баха. Неде олмалыды? Где вы отдыхали лето? Дейір ки, яйда, тәтілді, харда истрахат етміштіңіз. Загородная дача, яны, бағ евінді демей істерісі. Дейірік. Мы летом отдыхали. Или бурда язым, шахлар. Так, первое, да? Мы летом отдыхали на загородной
Дачи. На загородной даче. На загородной даче. Так. İkinci sual. Куда поднялись гости города? Şəhərin qonaqları hara deməli çıxdılar da, yəni belə deyək. Burada yazıb ki, qız qalası, devichya başnya. Yazaq. Гости города поднялись на девичью башню. Так, bunu silirəm. İkincini yazaq. Так, гости города. Ya da burada uşaqlar bu şəkildə də yaza bilərik. Hamısını yazmayayım. Гости, sonra города поднялись. Və burada уже yazırsınız. На девичью башню. Bu şəkildə yazırsam. Так. Третье. Где проходили спортивные соревнования? Спортивный комплекс deyə yazılıb. Yazır ki, idman tədbirləri hara keçirdi və idman kompleksi deyə yazılıb. Yazmalıyıq ki, спортивные соревнования проходили в спортивном комплексе. Так. Bunu silirəm uşaqlar. İkini, yəni necə yazdım? Гости города поднялись на девичью башню. Bax, bu şəkildə yazdınız. Так. Deməli, спортивные соревнования, birinci yazırsınız, спортивные соревнования проходили, и уже yazırsınız bunun yerinə, в спортивном комплексе. Так. Спортивные соревнования проходили в спортивном комплексе. Yazdıq. Dördüncü. На каком концерте вы были в воскресенье? Yazırıq. Воскресенье. Dördüncünü yazırıq uşaqlar. Bu dörddür. Так, воскресенье. Мы были на концерте симфонической музыки. Симфонической музыки. Так. Deməli, воскресенье мы были на концерте музыки воскресенье мы были на концерте симфонической музыки. Так, bunu музыки burdan yazın ki sizdə mənim kimi birdən düzgün. Музыки. Bax burada. В воскресенье мы были на концерте симфонической музыки. Все. Так. Geçək. Deməli, 5-ci. Yəni, bazar günü hansı konserdə getdiniz? O da deyil ki, simfonik musiki konsertinə. Aha, indi bunu silirəm uşaqlar. Dayandırıb yaza bilərsiniz. Так, 5-ci. Чье сочинение читает преподаватель? Kimin deməli inşasını oxuyur müəllim və orada yazılıb ki, yeni sinif yoldaşımız. Necə yazmalıyıq? Преподаватель читает. Так. Преподаватель. Так, birinci преподаватель yazırsınız. Читает сочинение. Преподаватель читает сочинение нашего. Ya sonra yazırsınız. Nашего нового одноклассника.
одноклассника. Нашего нового одноклассника. Так, по шекельда я зажцемыз. Угу. Так, шестое. На какой выставке вы были? Я язла в картину Таира Салахова. Хансы Сергида Олмусумус. Я язла в ки Таира Салахова. Это Сергиси дия язла в ты. Рясим ляри дия язла в ты. Я не дия язмала их бурда. Гелин он да язах. Мы были на выставке картин Таира Салахова. Я бы носили мне. Я язах. Мы были на выставке картин Таира Салахова. Таира Салахова. Bu şekilde olur. Ve yedinci cümlemiz. Где ты купил эту книгу? Bu kitabı hardan almışsan? Книжна ярмарка yazılıbdı. Bu kitabı hardan almışsan? Kitap yarmarkasında. Я купил эту книгу на книжной ярмарке diye yazmalıyıq. Так, silirəm bunu. Ve yazıram. Я купил эту книгу на книжной ярмарке. Bu şekilde yazırsınız. Так, yaxşı. Keçək növbəti bizim tapşırığımıza. Bunu silim. PDF-də çox çətindir işləmək uşaqlar. Mən kitabda öyrənmişəm deyəm. Druq Azərbaycana. Oxuyum mətni və tərcümə edim. Druq Azərbaycana Azərbaycanın dostu. Ateşkəx всегда привлекал внимание путешественников, вызывал живой интерес у известных писателей, художников, ученых. Ateşkəx həmişə, deməli, səyahlarında diqqətini cəlb edirdi. Tanımış yazıcılar, rəssamlar, elm adamları arasında böyük maraq doğurmuşdu. Здесь побывали французский писатель Александр Дюма отец, ученый химик Дмитрий Менделеев, русский композитор Петр Чайковский. Deməli, burada fransız yazıcı Александр Дюма ата, kimyacı Дмитрий Менделеев və rus bəstəkarı Петр Чайковский qonaq olublar. В 1858 году Александр Дюма отправился в путешествие по Кавказу. Мен 1858 ильда Александр Дюма Кавказа саяхат чыкты. Прибыв на Апшеронский полуостров, писатель посетил Баку. Демели, Апшерон ярмадасына келен ясы Бакида да олупту. Здесь он увидел дворец Ширваншахов и легендарную девичью башню. Deməli, burada o Şirvanşahlar sarayını və əfsanəvi qız qalasını da gördü. Узнав о знаменитом храме огнепоклонников, писатель решил увидеть бакинские огни, которые известны всему свету. Və ateş pərəslərin məşhur məbədi haqqında məlumat əldə edən yazıcı bütün dünya tanınan Bakı işıqları, yəni alovları görmək qərarına gəldi. В книге очерков «Кавказ» он подробно описал это чудо природы. Демели о «Кавказ» эссе китабында табиятын бу мюдзюзесіне этрафлы тасвир этмишти. После посещения храма Ateşkəx Александр Дюма с большим интересом осмотрел и нефтяные промыслы. Демели, белә дейет, Александр Дюма Ateşkəx мәбәдіні зиярат еттіктен сонра нефт мәдәнләренә дә бөек маракла бахыпты. Обо всем увиденном он написал свои книги. О китапта гөрдүй һәр шәй язмышты. Упомянул в ней французский писатель и мечеть Биби Эйбат. Демәли, о китапта француз язысы, демәли, Биби Эйбат мәсҗидендә адыны чәкмишти.
В Баку Александр Дюма познакомился с Хасайханом Усимиевым и его женой, поэтессой Хуршетбану Натаван. Бакида демели Александр Дюма Хасайхан Усимиевнен ве онын хаят юлдашы шайра Хуршетбану Натаванла да görüşmüştü. Ему удалось услышать в исполнении народного певца жемчужины музыкального искусства Мугам. Демели он Мугам музыки санатсын индисны халк халандасын ифасында эштмея бағалда эшти. Писатель не владел азербайджанским языком, но свое незнание языка он восполнял наблюдательностью и открытым характером. Демели язычы азербайджан тілін білмесе де, dil bilməməsinə müşahidə elə bil ki, həmin müşahidə edirdi çox dəqiqlə və açıq xarakterlə tanınırdı. Aleksandr Dyuma stal одним из первых послов доброй воли Азербайджана в Европе. Və deməli, Aleksandr Dyuma, deməli, Azərbaycanın Avropadakı ilk xoş məramlı səfirlərindən biri oldu. Və keçək indi 7-ci tapşırığa. Burada uşaqlar deməli, mətnə görə tamamlamalıyıq da sözdə cümlələri. Aleksandr Dyuma posetil Baku va vremya. Aleksandr Dyuma Bakıda olubdu və nə vaxt? Abşeron yarımadasına gələndə də yazılmışdı ki, va vremya pribytiya, da elə burada da yazım uşaqlar. Tak, va vremya pribytiya, pribytiya на Абшеронский полуостров. На Абшеронский полуостров. Абшеронский полуостров. 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 Так. Александр Дюма посетил Баку во время прибытия на Абшеронский полуостров. Ики. Писатель подробно описал о Ташкях в книге очерков «Кавказ». Так, ikini yazaq. Так, ikidə yazırsınız ki, deməli, nöqtələrin sonrasından yazırsınız. Так, книги, atışkıq, в книге очерков, очерков, книги очерков. Так, Кавказ, Кавказ. Кавказ. Так, третье. Большой интерес у Александра Дюма вызвали нефтяные промыслы. Дея үч. Так. Эле бура язым. Нөктелерден сура язырсыңыз ки. Большой интерес у Александра Дюма вызвали нефтяные промыслы. Нефтяные. Нефтяные промыслы. Промыслы. Так, промыслы. И четвертое. В своей книге французский писатель упомянул и... Так, пеши бураязм. А, дюрдю. Так, дюрдю бураязм. Нюкталярдан сонра язырсыңыз. В книге, в своей книге французский писатель упомянул и мечеть. Мечеть. Биби эйбат. Биби и вот. Все. Вот, да. Демали безим. Тапшырыгы мызды. Ве кечай, кечай, нөвбәте безим. Тапшырыклар мыза. Бурда шахлар диалог вар. Ребята, давайте совершим экскурсию по городу. Шахлар кялин, демали, шахара экскурсия эдэк. Отлично, Элла. Во сколько где мы встретимся? Саат нече дэвэ. Deməli, harda görüşək? Davay встретимsə. Biz də deyir ki, harda görüşək? Məsələn, yazıq ki, davayti встретимsə. Так, davayti встретимsə. Deyək ki, u metro Sahil. U metro Sahil. Sahil. В 3 часа, məsələn. В 3 часа. 3 часа. Bax, bu şəkildə. 3 часа. Keçək bizim növbəti, deməli. Tak, bunu silirəm uşaqlar və keçək bizim
deməli fellərimizə hansı ki ön şəkil ilə işləyir və hansı söz önlər ondan yola gedir, belə deyək. Uşaqlar, fikir verin. Pristavka, dediyim kimi, pristavka nə deməkdir? Pristavka dediyim kimi ön şəkilçidir və predlog da söz önü. Məsələn, gəlin baxaq. Po, pristavka, bilirsiniz ki, po. Moy brat pošol v pervy klas. Görsünüz mü? Mənim qardaşım birinci sinifə getdi. Pošol. Burada pristavka po və əlbəttə ki, v deyə biz deməli bu söz önü ilə işlədə bilərik. Yəni, po ilə v, na, k və po deyə işlənə bilər. Məsələn, my s drugom poyexali na stadion. Görsünüz mü? Pri ön şəkilçisi v, na və k ilə də işlənir. Məsələn, u pristavkası iz, s və ot ilə işlənir. E ilə hamısı bax bu şəkildə işləyir. V ya vo, məsələn, v ilə v iz, na və v. Uçitil vışıl iz klası, müəllim sinifdən çıxdı. Bax bu şəkildə deməli. Məsələn, pro işlənir çeriz, mima, nad, po deyə. Bax bu şəkildə deməli bu feillər işlənir. Tak. Aha. Gəlin, indi bax 9-cu tapşırıqda. Gəlin, baxaq. 9-cu tapşırıqda deyir ki, vместо точек ставьте нужный предлог, düzgün predlogu tapmalıyıq. Əlbəttə ki, söz ön şəkilçiyə baxaraq biz tapa bilərik uşaqlar. Məsələn, uçitil atashol müəllim lövhədən, deməli, uzaqlaşdı deyiriksə atashol. To pişim od klasnay doski deyə. Deməli, biz od seçirik burada. Uçitil atashol od klasnay doski. İkincidə, vaskresenye maya simya poyexala poyexala. Görsən mi? Sözünü burada, deməli, po. Və əlbəttə ki, necə deyə bilərik? Vaskresenye maya simya poyexala na dachu. Bazar günü mənim ailəm, məsələn, bağ evinə getdi. Maşina zayexala za. Görsünüz mü, burada pristavka zayexala. Va dvor deyə, vo deyə biz, deməli, seçirik. Tak. Ребята побежали к автобусной остановке deyə biz k yazırıq burada. Мы перешли на другую сторону улицы. Улицы və yazırıq burada по подземному переходу. По deyə seçirik burada, по подземному. Görürüm, burada перья deyə var, приставка. Burada по. Лебеди поплыли к берегу. Bax, bu şəkildə olur. Десятое. Вместо точек вставьте глагол пойти в нужной форме. Пойти, getmək. Onu düzgün şəkildə yazmalıyıq. Gəlin, baxaq. Послезавтра мы, послезавтра мы, yəni, biz hara gedib послезавтра, да, sabah yox, birisi gündə elə bil. Biz teatra getməliyik, gənc tamaşaçılar teatrına. Və necə yazaq? Послезавтра мы пойдём в театр юного зрителя, deyə olmalıdır. Tək, bunu silim və tək, aha. Birincidə yazırıq. Послезавтра мы пойдём, 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 пойдём в театр юного зрителя. Второе. На следующей неделе Эльнур на собеседование. Гелен хэфтэ Эльнур, демэля, мусаабия гедр, демэ истерийся. Дирик ки пойдёт на следующей неделе Эльнур пойдёт на собеседование. Пойдет. Пойдет кедеджей. Третье. Завтра я с подругой пойду на день рождения одноклассницы. Сабах мен рафигамна. Демели. Синифилдашуман от гюнегедеджа. Пойду.
Завтра я с подругой пойду. Четвертое. Ты пойдешь после занятия на тренировку. Sen demeli maçtan sonra, sen dersten sonra meşke gidersen mi diye sual verir. Пойдёшь. Ага. И пятое. Так, вечером родители пошли в гости. Akşam valideynlerimiz konak gittiler de. Beşte пошли. Вечером родители пошли. Или пойдут. Да я забилярсеніз. Яни пошли. Яни геттилер. Akşam геттилер. Демели родители. Вечером родители пошли в гости. Akşam геттилер. Демели вечером родители пойдут в гости. Яни геледжей заманда пойдут да де. Бұрда икісінде яза білярик. Пойдут в гости. Угу. Пошли или пойду? Так, воскресенье брат пошел. Воскресенье брат пойдет в бассейн или пошел в бассейн дия. Бұрда да яни хэми келеджей заманда да яза білярик. Я да демели кешмиш заманда. Воскресенье брат пошел в бассейн. Так, шестое. Шестой пошел, я язах. Или пойдет, да, язах. Ладно, пойдет. Пойдет. Угу. Пойдет. Или хамсы кой олсун, да, бу шекилде пойдет олсун, ишне. Буна он да язмейм, да, ама яза билярсеніз, яни. Все. Так, кетчай. Нөбеті бізім тапшырығымыза. Буны силерем. Так, 11-е, 11-е. Замените глагол быть на глаголы ходить, ездить. Шахлар, ходить, ездить, быть олмах, демехтим. Ходить, яни, аяхла хараса кетме, ездить, неглиятли хараса. Вчера вечером мы были в театре. Дюнен ахшам без театрда идых, да, идых, де, беле, таджима онул. Вчера вечером мы ходили в театр. Дюнен ахшам театра геттих дия. Бу шекилде олур. Келин инди. Ону неде язах. Недавно наш класс был в краеведческом музее. Бу яхынларда синефимиз тарих диаршунаслык музейинде олду. Биз де язмалыйык. Недавно наш класс ездил гетмишти дия. Бу шекилде язах. Так. Недавно наш класс был, бұрда язмырсыңыз, ездил, так, недавно, бұнын хамсын, селерам, бұл азым дейл. Недавно наш класс, вя сонра язырсыңыз, ездил в краеведческий музей. Краеведческий музей. Так, неде олду? Недавно наш класс ездил в краеведческий музей. Бу биринчиде. Икинчиге кечей. Вчера мои друзья были на школьном вечере. Дюнен меним, демели, досларым, мектеп чанлиндейдилер. Ве инди диеки. Вчера мои друзья ходили на школьный вечер. Угу, ходили. Вчера мои друзья ходили на школьный вечер. Так, буну силерем. Вчера мои друзья, дия язырсыңыз. Так, буну да силерем. Ве давам эдерсыңыз. Ходили. Так, ходили на школьный вечер. На школьный вечер. Так,
Школьный, бу и краткое душу. Школьный вечер. Хорошо. Третье. Сегодня мы с другом были на книжной ярмарке. Будем до старом нам китап ярмарка сандайды. Я без нечи язмала. Сегодня мы с другом ходили на книжную ярмарку. Так, будем силера. Сегодня мы с другом Нансонгра язарсанас. Так, ходили. Ходили на книжную ярмарку. На книжную ярмарку. Ярмарку. Тщательно улов на ярмарку. Так, четвертое. В воскресенье родители были на концерте классической музыки. Базар Генувалдинлем, классик музыки концерт, да, и штрак и телер. Так, неджа язмалыв, понусилира. В воскресенье родители, так, передей, помню язме, родители, да, язарсамас, ездили на концерт классической музыки. Так, классической музыки. Музыки. Классической музыки. Так. Бещ. В воскресенье мы были на даче. Демели. Базар гюнү биз. Багэвиндэйдик. Ве язахки. В воскресенье мы ездили на дачу. Так, буну силерен. Ве язах. В воскресенье мы ездили на дачу. Все. Bu şekilde olmalıdır. Gəlin keçək növbəti bizim tapşırığımıza uşaqlar. İstəyim. Burada da diyalogumuz var. Gəlin onun tərcüməsində deyim. Anar, v qorodi atqırılısı vıstıvka savremenova iskustva. Anar, şəhərdə sərgi açılıb. Müasir incə sənət sərgisi açılıbdır. Может, посетим ее сегодня? Бәлкә зиярат итәк бүген. К сожалению, я сегодня занят. Тәсөвке бүген мәшгулам. Мы можем пойти в другой день. Башка гүндә гедә белярик. Вот завтра я свободен. А ты? Сабах, яни, бошам. Бәссән. Я тоже, мәндә. Тогда завтра и посетим эту выставку. Онда сабах без пусяргене зиярат и дарик. Белә ушаклар. Ве кечәк бизим бурда кроссвордымыз вар. Гелин ону да язах. Так. Знак, позволяющий переходить улицу. Кучаны кешмә имкан верен нишан хансыды. Так, язах. Беренче. Так. Да язах переход. Переход. Часть улицы, по которой могут идти пешеходы. Küçən demək piyadaların gedə biləcəyi hissə. Adı nədir? Əlbəttə ki, trotuar. Tak. Trotuar. Tak. Они должны стоять, когда улицу переходят пешеходы. Piyadalar küçəndə keçəndə onlar dayanmalıdırlar. Əlbəttə ki, maşın. Tak. Maşina. Четвертое. Три волшебных глаза, управляющие движением на дороге. Üç demeli sihirli göz. Belə deyə. Yolda hərəkət edərə edən. Əlbəttə ki, svetofor. Так. Svetofor. Uf, əli uşaqlar. Так. Пятое. Поезд для загородной поездки. Катар, демели, электричка. Так, шестое. По ним ходят пешеходы и ездят машины. Пьядалар, яни, пьядалар, яни, машинлар, да,
belə deyək də, keçən hissə ulica, küçə, ulica. İ, один из видов пассажирского транспорта, sərnişin daşıma növlərinin biri, əlbəttə ki, avtobusdur. Avtobus, avtobus, avtobus. Deməli, burada da pravila deyə, qayda deyə söz alınır uşaqlar. Belə uşaqlar, sağ olun, görüşərik.